Сегодня в работе BMW копеечка, блок ФРМ отъехал, стеклоподъемники, доводчики не работают. Так, дальше. Смотрим, чего у него не работает. Так, доводчики не работают. Так, не работают поворотники вообще, не работает свет. Вот как-то так. Сейчас будем снимать блок ФРМ и ремонтировать его. Блок ФРМ находится за боковой панелью, то есть вот здесь. Снять нам нужно ручку, вот эту. Снять боковинку саму, вот эту планочку снять. И уже вытащить блок ФРМ. Вот разобрали боковину, вот стоит блок ФРМ, вот его видно отсюда. Надо открутить нижний болт и его оттуда вытащить. Вот мы вытащили блок ФРМ, отстегиваем штекера и несем его на стол для ремонта. Вот блок ФРМ у нас на столе. Читать и писать его будем с помощью УПА USB New. Я обещал показать, как УПА расправляться с этими ФРМ. В предыдущих видео есть, как я делал с помощью X-Proc. А сейчас будем делать с помощью УПА. Подключились мы к ФРМ по схеме X-Proc. Вот, собственно говоря, эти точки. И давайте сейчас будем читать D-Flash. Она нам нужна для того, чтобы сформировать EEPROM. Закрываем наш HELP, открываем УПУ, выбираем Motorola 9S12XE. И нам нужна микросхема 9S12XEQ384. Вот мы ее открыли. Выбираем D-Flash. И читаем D-Flash. D-Flash прочитана. Сохраняем ее на рабочий стол. Подпишем как D-Flash. Чтобы на основании D-Flash нам сформировать EEPROM, нужно открыть программу. Называется D-Flash to EEPROM Offline. То есть интернет для нее не нужен. Закидываем туда D-Flash. И сразу же она дает сохранять. Пишем EEPROM. Окей. В бинарном формате сохраняем на рабочий стол. Вот он вылил VIN, когда изготовлена машина, soft, hard. Вот наш EEPROM. Сделано этой программой. Теперь можно его заливать в процессор. Открываем УПУ, выбираем D-Flash, выбираем
16 ставим здесь, здесь ставим 0 и пишем так. Теперь мы отсюда выходим и пробуем, это сейчас закроем, и пробуем прочитать EEPROM. Вот он у нас, эмулятор EEPROM. Читаем. Все должны быть нули. Ну или FF, да. Вот у нас здесь все в FF. Теперь мы открываем EEPROM, который нам сделала программа. Вот он, этот EEPROM. Этот нам уже не нужен. Открываем EEPROM и заливаем его в блок. Сделаем верификацию. Верификация прошла успешно, значит, в процессоре все в порядке. Прошивка записана. Давайте собирать, ставить на машину и проверять. Вот так легко и просто с помощью УПА можно сделать блок Forever. Вот блок Forever мы поставили уже. На место осталось нам пристегнуть одну только фишку, вот эту вот. Вот так она вставляется и застегивается. Давайте попробуем, что у нас включилось, что у нас работает. Так, доводчики уже сработали. Так, теперь давайте посмотрим. Поворотники. Все работает. Фары. Так, фары включаем. Дальний, ближний работает. Теперь давайте закроем. Все закрывает и открывает. Все работает. Работа выполнена успешно. Всем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и много клиентов.